Добрый день, уважаемые жители республики. За последние сутки выявлено 825 случаев новой коронавирусной инфекции. Сохраняется тенденция распространения заболевания в районах республики. Только 23,4% новых случаев было зарегистрировано в городе Якутске. В районах 76,6%. Из числа вновь выявленных госпитализировано 75 человек. В целом по республике развернуто 1727 коек для лечения больных с COVID-19, из которых сохраняется в резерве 28,8%. На 4 марта лечение в стационарах получает 10% пациентов, в амбулаторных условиях 90% пациентов. За сутки выздоровело 175 человек. Доминирующим возбудителем является штамм омикрон. Но вместе с тем процентов 20 COVID-19 связан со штаммом дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы не у вакцинированных пациентов, а с тяжелой сопутствующей патологией. Важно обратить внимание, что все-таки в данном случае необходима специфическая профилактика. И эта специфическая профилактика должна быть, конечно же, у всех, и в том числе у лиц старшего возраста и у лиц с хроническими заболеваниями. Что касается вакцинации, первым компонентом привито 83,5% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 145 241 человек. Это составляет 60,8% от общего количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в следующих районах: в Алданском, Мегино-Кангаласском, в Аймекунском районе и в городе Якутске. Уважаемые жители республики, необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.